Вы где все? Ребята, мне страшно. Такое ощущение, что я остался один на этом корабле. Среди кучи зомби. Которые сейчас придут за мной, но я надеюсь, они такие же. Блин, вот они! Я думал, они слепые, как тот главный зомбак. И они меня не заметят. Но нет, они меня съели, коты. Посмотрите, как много зомби. Очуметь. Коты, вы знаете, что сейчас будет? Это суперсекретный режим, который называется зомби. Нам надо как можно скорее сбежать с этого корабля, пока зомби нас не поймал и не покусал. Иначе мы сами станем зеленым страшным человечком, который всех будет лопать и пускать на сосиски. Блин, где мои задания? Надо скорее их выполнять и выбираться отсюда. Очуметь. Вот и первое. Оно такое медленное, зомбак точно нас поймает. Аккуратнее, надо быстрее все делать. Пока что я его не вижу. А, вот он, пришел ко мне, нет! Все, коты, мы стали зомби. А если вы не хотите, чтобы зомбак вас укусил, то обязательно за 3 секунды ставьте лайки и подписывайтесь на канал. 1, 2, 3, молодцы, коты. У меня показывается задание, но я не могу его выполнять. Я же стал зомбаком. Теперь мне надо искать людишек и лопать их. Ха-ха-ха. Пускать всех на шаурму. А куда они все попрятались? Я не понимаю. Людишки. Вы где? Надо проверять каждый уголочек, потому что где-то здесь кто-то прячется. Я чую запах. Людишечек. Не знаю, они куда-то все попрятались, коты. Мы стали зомби, это прикольно. Но кого-то искать на этом корабле — это просто полное безумие. О, всех поймали, очуметь. Коты, зомбаки где-то здесь уже рядом со всем. Надо быть аккуратными. Я бы хотел стать зомби в начале раунда, мне кажется, это было бы прикольно. Пи-пи-пи-пи-пи, сбиваем астероидики. Но нам надо сбегать отсюда как можно скорее. Блин, я все время боюсь, что я буду выполнять задание, подбежит зомбак, укусит меня, и вот... Вы видели, он просто мимо меня пробежал. Что? Ха-ха, зомби, ты че, слепой? Он спрятался в вентиляцию. Получается, зомбаки могут туда бегать. Слушайте, это интересно. Но как он меня не заметил? Я понятия не имею. Мне просто повезло, что зомби не пустили меня на шаверму. Здесь никого. Мне кажется, уже огромное количество ребят просто всех перекусали. Ага, у меня здесь задание как раз рядышком. Неплохо, мы уже почти все выполнили, серьезно? Сейчас, походу, сбежим. Хотя у меня еще куча чего не сделано, это немножко странно. Вы где все? Ребята, мне страшно. Такое ощущение, что я остался один на этом корабле. Среди кучи зомби. Которые сейчас придут за мной, но я надеюсь, они такие же. Блин, вот они! Я думал, они слепые, как тот главный зомбак. И они меня не заметят. Но нет, они меня съели, коты. Посмотрите, как много зомби. Очуметь. В этот раз мы точно сможем сбежать от этих зеленых монстров. По крайней мере, я надеюсь на это. Быстренько опять сбиваем астероидики. Как же это долго делается? А, вон там пишется, сколько я уже сбил. А сколько надо-то? Ё-моё. 20 штук? Очуметь. Мне кажется, зомби появляется где-то снизу. А может и нет. Здорово, парень. Мы похожи на охранников из ФНАФа. И это достаточно забавненько. Быстренько выполняем. Неплохо, я не понимаю, где зомбак, но мы уже выполнили опять кучу заданий. И я надеюсь, что скоро мы отсюда сбежим. Потому что иначе не бывает удачи. Оп, сюда давай. Оу, я, конечно, еще тот электрик. Но сейчас мы можем посмотреть по комнатам. Скорее всего, в хранилище как раз и есть зомби.
Но опять же, это не факт. Надо искать того, кто быстро двигается. Понятия, в общем, не имею. Где здесь находится этот Ванючка? А, они здесь! Закрываем! Вот они пришли! Хоровод зомби! Блин, нас поймали! Это печалька! Но я знаю, что ребята находятся в столовой двое и один в хранилище. Ха, хотя, возможно, это тоже зомбаки, потому что их там трое. И вряд ли людишки здесь будут просто так бегать. Здорово, я так и знал, что это тоже зомбак. Лады. Тогда мы бежим куда-нибудь в другое место. Надо посмотреть, где находится один чувак. Я думаю, он остался как раз где-то в навигации, видимо. Либо в охране трое вообще стоят. Что это происходит за безумие? Бежим в навигацию. Где-то один стоит. Но вряд ли зомбак здесь будет просто так стоять. Скорее всего... Ага, вы посмотрите, он уже скрылся. Может, я что-то не проверил? Нет, коты его здесь просто нету. Он куда-то уже убежал. Интересно, а куда он мог деться? То есть, главный зомби может спускаться в вентиляцию, а мы нет. Очень жалко, было бы прикольно так быстро передвигаться по нашему кораблю. Людишка, ты где? Я чую твой запах. Людской. Сейчас мы посмотрим по карте. Нижний двигатель и охрана. Ну окей. Мне кажется, что все-таки он находится в охране, потому что в нижнем двигателе уже двое чуваков, и скорее всего там зомби кого-то поймал. Оу-ей, коты, это снова победа, и с нами даже вот одно привидеше висит. Я не знаю, как он им смог стать, здесь, по-моему, нельзя никого делать кирдык. Это странно. И мы снова стали синим охранником. Блин, ну мы зомбаком-то станем когда-нибудь? В самом начале, это было бы прикольно. Ну ладно, коты, хоть так. У нас уже другая карта. Здесь-то как выбираться отсюда? Зачем мы сюда прилетели, блин? Давайте искать. У нас всего лишь 5 заданий. И вот чуваки здесь тусуются. Думают, зомбак их не поймает. А вот один замерз. Здорово, парень, как дела? Давай, размораживайся. Фу. Так, задание у нас получается вот здесь вот. Тут, кстати, дыра. И это страшно, потому что оттуда может вылезти зомби, который может дать леща. А, вон он, зомби! Он побежал наверх, вы видели, коты? А, здорово, зомбак. И второй. Походу, они сейчас побегут за мной, хотя они меня не видели. Провода быстрее надо делать, потому что если кто-то подойдет, будет мне кирдыки. Польный просто Габелич будет. Сейчас мы бежим вот сюда и ищем задание. Отлично, я нашел компьютер. Что делать? А, подождите-ка. Что-то я не понимаю. А, переворачиваем и вот сюда. Все. Хо-хо-хо. Здорово, парень, ты тоже выживший. А, чуметь, там, короче, зомби бегают. Не хотят всех нас пустить на шаверму. А, вот он, зомбака, их двое. А как он на таком расстоянии меня поймал? Что? Серьезно? Да такое невозможно сделать было. Блин, я попался, коты. Где же здесь выход теперь? Надо его мне найти. Точнее, мне уже надо найти людишек. Выход мне уже бесполезен. Они здесь могут прятаться где угодно. Огромная карта. Вот выбежал зомби. Но получается, он никого не нашел. Здорово, я нашел охранника. Он прятался в туалетах. Ты никуда здесь не спрячешься, нас слишком много зомбаков развелось. У ракета. Сейчас, походу, взлетит. Но опять же, никого нету. И я не знаю, где всех искать. Очень много места. Может, сюда спрятался? Никого нет.
Людишки! О! Смотрите, кто-то продезинфицировался. Либо это охранник, или же это зомби. Но надо ловить будет с того конца. Мне кажется, это все-таки зомбак, потому что он заходил с той стороны. И где-то тут он должен будет выйти. У них осталось одно задание, коты. Если они его выполняют, то людишки избегают от зомбаков. Нам нельзя это допустить. Почему мне все время показывается, что надо идти сюда? Я же не могу уже выполнять задание. Ага. Дезинфекция не прошла успешно. Мы выиграли, коты, зомбаки победили. Эй, алло. Людишки, вы думаете, сможете сбежать? Ничего у вас не выйдет, блин. Эти злые зомби повсюду на корабле. Давайте все-таки попытаемся скрыться отсюда. Ё-моё, а где у меня задание? Я что-то забываю на них смотреть. Потому что здесь кругом эти вонючки бегают. Фу, а, вон двое уже. Господи, нет. Я не успел отменить задание, и они меня уже поймали. Да как же так-то? Почему зомби вначале уже всех переловили? Ребята, ну что же вы творите-то? Надо же было просто скрываться от них. Вот это засада. Интересно, а почему моя собака не зеленеет? Это немножко странновато. Пес, ты чё такой дерзкий? Опа, здесь уже, видимо, тоже всех переловили. И надо просто бегать по стеночкам. Искать всех ребятушек, которые попрятались, и превращать их в зомби. Это реально прикольно, коты. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, потому что режим зомби — это очень круто. Только жалко, что мы здесь немного видим. Но где же вы все, блин? Почему они попрятались? Как не всех переловить? Это зомбак пробежал. Тут реально легко мимо себя пропустить кого-нибудь, потому что очень маленький обзор. А людишки не такие уж и толстые, чтобы... Опа! Здорово, парень. Все, что ли? Ха-ха-ха, да это легко, это просто работа для настоящего зомби, который ловит и лопает всех очень быстро. Вы чуете запах людишек? Ха-ха-ха. Конечно, потому что мы людишки. Блин, опять надо отсюда сбегать. Мы когда-нибудь вообще сможем улететь на этом корабле? Из этого страшного места. Зомбаки, вы где? Опа, здрасте, мордасти. Походу, среди нас был читер коты. В который раз он уже здесь попадается. Ну, я надеюсь, вам понравился видосик. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и пишите как можно больше комментариев. Всем удачки, до скорой встречи, пока-пока.